Вот все, я на кузнечном. Делаем аспирацию. И начинаем водить. И смотрите, я периодически буду отпускать поршень, но не для того, чтобы... Точнее, не потому, что у меня препарат тяжело идет, а для того, чтобы более медленно вводить препарат. Вот так. Два. Смотрите, вот. Да. Два. Ноль два, точнее, да? Нормально все? Угу. Можно нас почесать? Почесать. Держите салфетку. А что, у меня сегодня муж, день рождения и билет 30 лет. У нас сегодня все. Вижу повод. Нашла я время, когда прийти, да? А, вот есть повод себя полюбить. Mm-hmm. Я, конечно, не буду, я знаю, нельзя. До конца, видите? Веточки. Видите, утапливаем. Ноль один. Вот, и обратите внимание, что здесь, в принципе, достаточно тканей. Я, вот здесь как раз ситуация, когда я думаю, вот эту точку можно пожертвовать в пользу медиальной дозы отсюда, из латеральной. Так, поворачиваем. А если проба положительная, мы можем потом этот шприц использовать или на выкид? А почему на выкид? А если кровь попадет на него? И что будет? Ничего, не, нас просто так учили, говорили, что... Ну, кровь же этого же самого пациента. В принципе, да. Не то, что... Препарат вообще хорошо идет на скорее. Да? Вот так. Если аспирационно положительная, вы выталкиваете, выдавливаете вот эту кровь из шприца и кусочек еще препарата следом. Ну, то есть вот который, да, с кровью контактировал, и вот этот кусок препарата. Все.